Наш университет имеет очень древние, такие фундаментальные и культурные, и профессиональные традиции. Мы находимся в кабинете вот для книги, которым 120 лет. Это один из профессорских кабинетов, ему 120 лет, и нашему университету 120 лет. В нем работали великие ученые, именами которых сегодня названы многие научно-исследовательские институты не только нашей страны, но и далеко за рубежом. И они заложили традиции, они заложили школы нашего университета, которые мы чтим и придерживаемся этим традициям и школам. Главное...